етері «Сфера інтересів». У студії Наталія Федорова. Вітаю. Події минулих днів наполегливо свідчать про неабияку інтелектуальну напругу гілок влади у намаганні витягти економіку з занурення у дефолт. Наприклад, порадувала новина Міністерства доходів. Спрощенці, які обрали другу групу, відтепер зможуть подавати звітність раз на рік, а не раз на квартал. Згідно з повідомленням фіскалів, нововведення спростить процедуру введення бізнесу, зменшить обсяги звітності для цієї категорії підприємців та витрати робочого часу. Разом з тим, у міністерстві звернули увагу, що звітність за четвертий квартал 2012 року подавати треба, причому не пізніше 11 лютого поточного року. Як відомо, обсяг надходжень до держбюджету від сплати єдиного податку підприємцями, що працюють за спрощену систему, за 10 місяців 2012 року складає 2 мільярди 900 мільйонів гривень, а це втричі більше показника 2011 року. Крім того, кількість підприємців, які використовують спрощену систему оподаткування, зросла в минулому році на 300 тисяч осіб і склала 1 мільйон 300 тисяч підприємців. Самою популярною залишається друга група спрощенців, в якій працюють 721 тисяча підприємців, що складає близько 55% від загальної кількості спрощенців. Даруючи такий подарунок на водохрещення усім героям бізнесового фронту, податківці об'явили війну тіньовим зарплатам. Хоча цей хрестовий похід фіскали збирають що не кожен новий рік. Протягом 2012 року працівники податкової виявили майже 96 тисяч найманих осіб, які працювали без трудових угод. Роботодавцями до бюджету сплачено додатково понад 19 мільйонів гривень податку на доходи фізосіб. У Міндоходів скаржаться, що, на жаль, подібні порушення залишаються розповсюдженим явищем. Під час перевірок недотримання трудового законодавства фіксують у 9 випадках із 10. Підприємці або працюють без державної реєстрації, або виплачують своїм найманим робітникам зарплату у конвертах, кажуть у Міндоходів. Що надумали збирачі податків? Процитуємо. Експерти відомства впевнені, що для вилучення з бізнес-практики системного ігнорування вимог трудового законодавства потрібні зміни у регулюванні трудових відносин. Дебюрократизація податку на доходи та єдиного внеску стимулюватиме підприємців до легалізації зарплат, підсумували у Міндоходів. Ще повідомили, що обсяг зарплат, що виплачуються українцям, які не мають офіційного оформлення на своїх робочих місцях, становить 145 мільярдів гривень. От що то за звір? Дебюрократизація податку на доходи? Мабуть, дуже скоро побачимо. А от з арифметикою якісь нелади. Якщо оці 96 тисяч неоформлених трудях заробили 145 мільярдів гривень, то захоплює дедуктивне припущення, що всі оті найманці не менше як директори чи топ-менеджери. Бо 16 тисяч гривень – то дуже європейська зарплатня. Але йдемо далі. У Запорізькій області завершена нормативна грошова оцінка земель, необхідна для визначення розмірів земельного податку та орендної плати за земельні ділянки. Так, завдяки цьому місцеві бюджети території області отримують додаткові надходження, що дозволить збільшити фінансування вирішення проблемних питань у регіоні, звісно ж. А до кінця року ці надходження можуть зрости утричі, бо Мінфін розрадився новою ініціативою покращення. Мінфін підготував зміни до податкового кодексу, яким запропонував переглянути ставки плати за землю вже з 1 січня 2014 року, підвищивши їх втричі. На сьогодні ставка податку для ріллі, угідь та пасовищ становить 0,1% від нормативної грошової оцінки за 1 гектар, тобто більше 20 гривень, при середній по Україні нормативній оцінці в 20,6 тисяч гривень. Проте вже через рік плата може скласти мінімум 68 гривень. Крім того, до ділянок сільгоспугідь з багаторічними насадженнями буде теж у 3 рази піднята ставка оподаткування. Цитата. За цією ж ставкою буде стягуватися податок з користувачів лісових земель, які зараз перераховують лише плату за спеціальне використання лісових ресурсів. Крім того,
Запропоновано підняти ставку на всі інші категорії земель утричі від суми нормативної оцінки ділянки несільгосподарського призначення, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів. Орендна плата за використання всіх земель не зможе бути менше, ніж ставка податку. У минулому році в місцеві бюджети надійшло приблизно 12 мільярдів гривень земельного податку. Мінфін, вочевидь, непогано відсвяткував січневі свята та пропонує наколядувати грошей і зі священних промислових корів. Рубанули ідею позбавити пільг зі сплати земельного податку космічну, судно, літакобудівну галузь, а також суб'єктів кінематографії. А що ж там? Кіна і так немає у державі. З космосом щось незрозуміле. З літаками – то питання до того Коломойського, що небеса замонополив. З судноплавством – то легше, як Турхейрдал, галерним чином на дощатих плотах тікати до покращення. На минулому тижні сталася дивна подія. Президент звинуватив уряд Миколи Азарова в саботажі реформ і попросив його змінити стиль роботи в питанні проведення економічних трансформацій. Процитуємо главу держави. Як можна на 35-25% виконувати? Це саботаж, це просто люди втратили взагалі відповідальність, сказав Віктор Федорович. На його думку, на рівні виконавчої влади втрачено контроль над реформацією країни. Але при цьому Янукович зазначив, що покладає великі надії на новопризначених міністрів, на тих, хто прийшов на новій хвилі. Я просив би Миколу Яновича змінити трошки стиль роботи уряду і підводити підсумки системно, а не чекати, поки закінчиться рік, сказав президент. Глава держави підкреслив, що також не знімає з себе відповідальності. Мені прикро про це говорити, але ми не можемо закривати очі на правду. Не маємо права, сказав він. Отаке от. Щодо саботажу, президент мав на увазі не тільки уряд, але й усю вертикаль влади. Я погано уявляю собі відповідь діючих чиновників на питання, чи саботуєте ви такі прекрасні реформи, які ініціює уряд. Звичайно ж, я можу задати таке питання, але щось підказує, що краще цього не робити, бо безглуздо. Тому поговоримо про економічну картину початку року з професійним екс-чиновником та людиною практиком. Я с удовольствием представляю вам Алексея Алексеевича Литвина, бывшего первого заместителя губернатора Запорожской области, а ныне председателя наблюдательного совета Запорожского инструментального завода. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Алексеевич, вот совсем на днях, буквально вчера, Янукович, президент, раскритиковал правительство Азарова. Он обвинил в том, что правительство и саботирует реформы уже 2 года. Вот как вы думаете, насколько президент дальновиден? Ну, я трудно говорить, насколько он прав. И вообще, вы видите саботаж? Ну, я бы здесь, скорее всего, говорил о компетентности, квалификации. Наверное, президенту виднее, когда он насколько резко критикует. Но я могу сказать, что с точки зрения моего личного общения с Николаем Яновичем Азаровым, это очень хороший специалист, поверьте. Очень-очень хороший. Как управленец, да? Да, да, угу. Да. А вот с точки зрения как бы кадрового состава, ну, это всегда проблемно, это всегда сложно. И кадровый состав правительства очень часто набирается по политическим признакам. Но я вам уже однажды говорил, понимаете, когда, например, министром крупнейшего министерства ставят человека, который представляет там крупный регион Украины, допустим, не будем называть его, наверное, прямо, хотя это, наверное, уже возможно. Вот. И при этом это крупнейшее министерство, и человек политически, имея огромный вес там в Верховном Совете, в своем регионе, там, Закарпатском и так дальше, просто он становится министром, потому что он заметный политик. При этом, естественно, что премьер-министр такого министра убрать просто так не может, там даже парламент может быть не пропустить. В этой ситуации потребовать от него работы самоотверженной там, на какие-то реформы, ну, очень трудно. А вот смотрите, последнее время, вообще, вот последнее время, несколько лет, у нас очень популярно говорить о политике, да, как о политической ситуации, о каких-то течениях, клановых разборках и так далее. И очень мало говорят об самой экономике. Вот если брать экономику, да, и государство, то не выглядит ли это так, что государство – это бутафория, вот то, о чем вы сказали, это такой, ну, механизм внешне похожий на государство, а управляют все корпорации, монополии? Но мы по-другому не могли. Получилась следующая вещь.
Обычно для того, чтобы делать такие решающие шаги, как сделали мы во время так называемой перестройки, приватизации, на это уходят столетия. Появляется соответствующая группа людей. У нас возникла очень интересная ситуация. Во время социализма была создана монопольная промышленность. Она все действительно монополизирована. То есть количество машиностроительных заводов у нас, например, ну, на 2-0 ниже, чем в среднем по Европе. Где это средние и небольшие заводики. В этой ситуации мы имели экономику монополизированную. Приватизировав ее, мы получили крупные монопольные группы. Это неизбежно. И, естественно, такие группы тут же начали участвовать в политике. Это вообще как бы неизбежный процесс. Вот. И этот процесс, он до конца еще не сказал свое плохое слово. Потому что пока что они работают без идеологии. Они просто как бы дерутся за деньги. Но вы же видите, вот с начала Нового года прошло 2 недели, ну, уже даже 3 недели, и все говорят о том, что началась война монополий. Именно и в среде Верховной Рады, вот именно за влияние уже последних отраслей. То есть начали друг у друга забирать отрасли. Опасность этой ситуации заключается в том, что пока идет война монополий, это еще полбеды. Опасность тогда, когда эта война превращается в диктатуру фашистского толка. А у нас, как бы для нас, это, ну, любая фашистская диктатура – это национализм. И вы заметьте, вот совершенно не случайно успех и свободы, и Западной Украины – это абсолютно не случайно. В государстве нет идеологии. Сами крупные группы монопольные, они еще не понимают, как им нужна свобода. Понимаете? Она нужна точно так же, как крупным олигархическим кланам Германии в свое время был нужен Гитлер с национал-социализмом. Нет, сейчас мы об этом пути поговорим, но то вот есть... смотрите, но один из крупнейших олигархов, который взял ряд отраслей и сфер, Коломойский, буквально недавно, это прямой шантаж, сказал, что он обвалит гривну, если ему... В общем, там не произойдут некие разборки, в том числе вокруг этого Аэросвита. Разве можно допускать ситуацию до такой степени, когда один собственник, кстати, живущий уже не в Украине, все знают, в Швейцарии, имеющий там израильское гражданство, выставляет ультиматум целой стране, шантажируя ее обвалом национальной валюты? Знаете, я бы сказал 2 вещи. Во-первых, это, конечно, невозможно. Но, во-вторых, проблема не только в Аэросвите. Проблема гораздо глубже. Например, я хочу обратить внимание, что самые серьезные вещи проходят незаметно. Они прикрываются какими-то мифами, какими-то видимостями. А давайте посмотрим с точки зрения того же господина Коломойского. Я приведу один интересный факт. У нас существует своя газовая добыча газа в Полтаве и в Харьковской области. В свое время была принята концепция национальной безопасности, в соответствии с которой наш собственный газ покрывал потребности бюджетных учреждений. 20 миллиардов. И Кучма с этим постоянно носился. Ну, очень многие не знают сейчас, что часть этих месторождений уже частная. И господин, о котором вы сказали, не стоял в стороне от этого процесса, как и бывший премьер-министр Украины. И вот это прошло очень-очень незаметно, мягко и деликатно. Ну, многие люди уже много информацию эту получают, и благодаря интернету, благодаря некоторым каналам, где есть еще возможность об этом говорить. Но, тем не менее, выход какой из этой сложившейся ситуации? Тем более, вы хорошо знаете Запорожскую промышленную площадку. Конечно. Вот скажите, сегодня в каком виде она находится, да, и чем это чревато? Ну, ситуация очень простая, собственно говоря. Сейчас мы можем выделить в Запорожской площадке 3 группы промышленных. Прежде всего, я очень рад в том, что машиностроительные группы, такие как Мотор Сичи, Запорожтрансформатор, все-таки выдерживает эту игру. Почему? Потому что, ну, в отличие от остальных групп, они же не сырье вывозят, они не украинскую руду вместе с коксом вывозят. Это высокие технологии. Да, это совсем другое. Вот. Это первый момент. Второй момент. Существует значительное количество, появляется мелко-средних предприятий, за которых я, в общем-то, по большому счету рад. Это и обувное объединение, это и ЗВА, это Запорожавтоматика, это средние заводы, которые, в общем-то, находят свое место. Но вот тут я хотел бы сказать следующую вещь. Удивительная штука.
эти заводы приносят экспортную прибыль за счет работы с Россией, а мы упорно говорим, что мы идем в Европу. А может, мы не будем врать все-таки? Потому что вчера тут один из депутатов выступал там по одному оппозиционному каналу и сказал следующую вещь. Но европейский выбор не обсуждается. А куда нас приглашают в Европу? То есть, образно говоря, мы тогда должны сказать прямым текстом. Мы хотим жить за счет экспорта в России, но быть европейцами. Ну, нужно понимать, что это так может просто не получиться. Ну, это сложный вопрос геополитический, это двухвекторность. Она, тем более, европейский выбор, он задекларирован в ряде международных соглашений там, и так далее. Еще поэтому раз, разрулить с точки зрения европейского выбора, вопрос не в этом. Вопрос в том, что нас туда не берут. Не потому, что это плохо или хорошо. Нас не берут. Понимаете, мне как бизнесмену, не как государственному деятелю, часто приходится общаться с крупными предпринимателями Чехии, Германии прежде всего. Меня не скрывают о том, что мотор СИЧ и Запорожтрансформатор никогда не будут продавать на территорию Германии. Все. Не потому, что это хуже, запомните. Там свои конкуренты. Там свои есть, да. Они нас просто туда никогда не пустят. В России нас ждут. Вот это как урегулировать? То есть, если мы, нам говорят, что единственное, что мы будем у вас покупать, это первичный металл, желательно чугун, сделанный из руды, и зерно, нефть, газ можем покупать. Все. Но вопрос же в другом тогда. Если мы идем в Европу с европейскими ценностями и собираемся туда продавать только сырье, это значит, что через два поколения наш народ деградирует. Это неизбежно. То есть мы станем Аргентиной. Ну, Аргентина это еще неплохо. Аргентина по сравнению с нынешней Аргентина Украиной. Аргентина это сырьевое государство, прежде всего. Вот в котором, кстати, вся собственность сосредоточена всего в 6 фамилиях. А у нас сейчас по-другому, что ли? Вот как нам изменить структуру экономики? С этой точки зрения есть только одно. Нельзя оттягивать ситуацию. Нужно идти на дефолт и нужно идти на радикальное решение вопросов. Нельзя. Иначе больной умрет медленно. Называется следующее. А вот, кстати, смотрите, вы встречали в Киеве, вы бывали в правительстве, да, сторонников дефолта. Это модель, которая вот почему-то людей пугают, но не говорят, что многие страны дефолт объявляли и неоднократно. И это был очередной старт для хорошего подъема. Подождите, пожалуйста. Но ситуация в следующем. Понимаете, представьте себе, что вот у нас с вами квартира, да? И на эту квартиру мы заняли деньги там у тысячи различных людей. Они требуют деньги назад с процентами. Проценты начинают накладываться на процентами, то есть мешок растет. Но нам нравится, это хорошая квартира. И мы изворачиваемся, мы держим курс денег неправильно, мы еще что-то делаем, но пытаемся как бы стабилизировать существующую ситуацию. А ошибка была сделана тогда, когда мы взяли кредит этот. Ну, об вот этом тогда была сделана ошибка. В 2000 году и в 98-м об этом писали. Но конечно, этих людей шельмовали как могли. Нет, это о дефолте. Почему? В чем кошмар дефолта, почему нельзя его объявить? Да, я не вижу тут ни кошмара, ни то, что его нельзя объявить. Более того, дефолт – это не волевая ситуация, это экономическая ситуация, понимаете? Ну, то есть, как бы образно говоря, черное есть черное, белое есть белое. То есть, как можно бояться белого цвета и говорить, что его не должно быть? Ну, типа, или черного цвета. Объявите, ну это хорошо, мы отдадим вам это в 3125 году. Конечно. Все эти, конечно. И все, и начинать развиваться дальше. А у нас нет другого выхода. Иначе мы просто-напросто будем идти следующим путем. Мы будем брать очередные деньги, кредиты, гасить предыдущие кредиты и платить России за газ. Вот треугольник нашего горя. Это он вечный сам по себе. А вы, ну вот... и давайте все-таки скажем еще одно. Ну, есть одна субъективная ситуация сейчас. И субъективная ситуация связана с мировым падением. Это честно. Я буквально где-то месяц назад проехался по своим чешским партнерам. Ну, ребята стоят. Стоят, там тоже не все так просто. Но, может быть, это зимний период, рождественский? Не-не-не, они говорят, кризис идет очень серьезный.
Обороты снизились 2-3 раза, отстой пошел. Люди, которые занимаются с продуктами питания, говорят о том, что качественно продукты питания в Европе сейчас, ну в Чехии в частности, пошли более низкого уровня по более дешевым ценам. То есть как раз, понимаете, а в этой ситуации Украина жила за счет все-таки как бы металлургических предприятий. Давайте будем говорить следующее. Электрометаллургия сейчас находится в очень-очень плохом состоянии. Ну, мы работаем с электрометаллургами, скажем так. Есть, ну вот давайте посмотрим, допустим, Донецкая область, завод «Истил» металлургический крупный. Он остановился 2 месяца назад, он вообще стоит. Вот. Донецкий, Дружковский метизный завод, на которых мы поставляем продукцию, как бы мечики наши, с которыми режут гайку, сократился в 2 раза, сейчас остановлен тоже. Вот. Трудная ситуация сейчас завода «Днепроспецсталь». Вот, как бы, Днепропетровский блок металлургических заводов намного хуже себя чувствует. Никопольские, Стахановские. Конечно. Да. А Никопольские, Стахановские, смотрите, если металлурги в 2 раза снизили объем, то, естественно, производителю ферросплавов, о чем вы сказали, тоже ж половина уже не надо. И тот же Коломойский, который как бы говорит о том, что я там обвалю гривну и так дальше, а ситуация-то выглядит другом на самом деле. У него-то половина заводов сейчас остановлена. И не потому, что к нему там плохо относятся, а потому, что если металлурги в 2 раза снизили мощность, так и ферросплавов-то в 2 раза меньше. Не, ну мы тут даже не будем трогать банковскую сферу, потому что там пузырь надут такой, что если он лопнет по количеству виртуальных денег на депозитах, которые банки набрали, то тут уже и о дефолте даже говорить не нужно будет. Знаете, это удивительная вещь. Давайте подумаем, как может развиваться предприятие, которому предлагают кредит по 20-24%. Таких прибылей нет. Это можно только наркомафию развивать. Ну, наркомафия лучше, конечно, работает. Но таких процентов быть не может. Смотрите, ведь последовательность ситуации, что получилось, в общем-то? В свое время я как считал раньше, так и считаю до сих пор, что проблемы были порождены в свое время Национальным банком Украины, когда его возглавлял бывший президент господин Ющенко. И он является ответственным, в общем-то, за ситуацию, которая есть. И когда Азарова критикуют попередники, ну, наверное, все-таки это Ющенко. Как это они же? Не Тимошенко, именно Ющенко. Почему? Потому что курс гривны в 4 гривны за доллар или 5 гривен, он был не настоящим и искусственным. То есть смотрите, какая карусель, в общем-то, производилась. В свое время были американскими бизнес-группами внесены крупнейшие деньги в развитие Китая. Вот. Ну, если на первых порах Китай, в общем-то, развивался абсолютно нормально, и с точки зрения кроссовок, джинсов, все пошло хорошо, когда пошло машиностроение и так дальше, Китай не вытянул рынок Америки сначала. Нужны были доноры, которые должны были отбивать эти деньги. Украина попала, одно из 3 государств, в число доноров, которые должны были отбить украинские деньги. Для этого был установлен курс. А курс очень просто устанавливается. Смотрите последовательность. Америка дает кредит в 100 миллионов на поддержание курса Ющенко. А зачем брать кредит на поддержание курса? Да курс естественным должен быть. Зачем его поддерживать? А вы будете говорить, что вот эта вот теория заговора геополитического всемирно не существует? Да, существует без сомнения. Это не заговор. Ну, понимаете, правительство Соединенных Штатов Америки абсолютно патриотично действовало в интересах Соединенных Штатов Америки. Вот почему наш Нацбанк действовал в интересах Соединенных Штатов Америки? Это вопрос. Да, так вот что получилось? И теперь посмотрите, ну представьте себе простейшую вещь. Допустим, на моих глазах погибал один из заводов, производящий, это завод «Фиолент» в Крыму, производящий электродрели. Ситуация очень простая. Смотрите, например. Допустим, он покупает комплектующие. Комплектующие стоят одинаково, что для него, что для китайца, 4 доллара. Дальше. С точки зрения труда, это одинаково, что у нас рабочие 300 долларов получают, что в Китае. Электроэнергия на производство этой дрели в Китае стоит на 15% дороже, не дешевле. И китаец стоит на 90 центов дороже доставка сюда дрели. То есть она себестоимость на 95 центов дороже, чем у нас. Но китайская дрель оказывается на украинском рынке на 35% дешевле, чем фиолентовская. И в чем? Почему? Очень просто. Потому что китаец, продав за гривну, может купить не 1 доллар, как стоит гривна, а 2 доллара.
Он получает сверхприбыль за счет украинского Нацбанка. Таким образом, и мы все время, нам не хватало для этого денег. И мы все время брали кредиты и качали их в Китай, закрывая свои собственные предприятия. Может, возникнуть вопрос. Понятно, что кто-то зарабатывал на этом. Это же понятно. Зарабатывала, вот удивительная история, зарабатывали американцы. Нет, почему наш Нацбанк такую политику вел, это непонятно никому. Я имею в виду, кто-то конкретно из тех, кто понимал ситуацию, на этом, наверное, хороший гешефт заработал. Я думаю, мы да. же не идиоты. Смотрите, а теперь ситуация в следующем. Угу. Нынешний Нацбанк ничего не может сделать. Ему надо отдавать кредиты, понимаете? А теперь представьте себе, нам загрузили кредиты под ставку в 4 гривны 1 доллар. Мы их использовали. То есть, по сути, дешево, очень невыгодно их пустили в экономику. А теперь нам нужно отдавать поставки 8 гривен, нам, говорит, поднять. То есть, и у нас не хватает гривневой массы, чтобы отдавать кредиты, если мы поднимем курс. Поэтому нынешний Нацбанк оказался заложником ситуации. Тут все абсолютно понятно. На самом деле, если мы говорим о политических группах, то, допустим, группе металлургов, которая представляет нынешний президент, тому же, например, Ахметову. Угу. Да ему страшно невыгоден этот курс. Угу. Для любого же производителя, чем больше гривен за доллар платить, чем выгоднее. Тут дешевле, больше прибыли получит. Да. Угу. Нельзя. Потому что нужно отдавать огромные долги, сделанные перед этим. ПАД получается. ПАД. Угу. Это действительно ПАД в этой ситуации. И можно было бы не спеша решать эту ситуацию, но удар последний как бы по нас получился, это мировой кризис, вследствие с которым металлурги в два раза меньше стали экспортировать. И что вы видите вот на этот год, какие прогнозы? Кроме того, что вот я, например, наблюдаю, каждый день идут сводки о неких таких, знаете, которые логику правительства или инициаторов, они очень хорошо демонстрируют. Это повысить в два раза сборы таможенные на весь ввозимый импорт на все категории, повысить в три раза остатки. Ставки земельного налога повысить, ну там ввести этот подать арбузовскую, ну мы говорили об этом. Знаете, то есть везде повышать вот на воздух. Я понимаю, это проблема, это правительственная проблема достаточно серьезная. Это может, разве выход? Может здесь господин президент в общем-то правильно сказал с точки зрения реформ. Правительство не применяет регуляторы, правительство применяет фискальные части. Ну, смотрите, например, таможенный налог. Для всех абсолютно стран, кроме Украины, это регулятор. То есть, что нужно сделать? Те товары, которые не производятся в Украине, их нужно пропускать так, как есть. Те, которые производятся в Украине, нужно пошлину вводить до 30% и не думать при этом всем. Но мы этого не делаем. Собственно говоря, а почему не делаем? Мы говорим, нас не будут любить в сот, нам не дадут одинаковых условий. Хочется задать вопрос, а где нам дали нормально продавать? А нигде. Ну, потому что тоже подписали эти драконовские соглашения. Знаете, мне доводилось работать с бизнесменом из Голландии, который продает яблоки. Вот он сказал интересную вещь. Говорит, у вас очень вкусные яблоки, но их в Европе нельзя продавать. Я говорю, почему? А величина яблока у вас чуть больше, чем наш стандарт. И черешок длиннее, чем наш стандарт. Угу. Я говорю, так это имеет какое-то значение? Конечно, говорит. Когда вы вырастите такой черешок, мы тоже изменим стандарт опять, но вам нельзя будет опять продавать. Я говорю, вы можете объяснить? Ребята, у нас хватает своих яблок. Угу. А чем тогда наши фермеры будут заниматься? Ну да. Вот это очень интересно, да. И таким образом получается, что то, что металлурги приносили Украине, откачивалось в Китай на приобретение вещей, которые производились у нас. Угу. Ну, посмотрите, пожалуйста. У нас была целая группа, в том числе херсонский огромный хлопчатобумажный комбинат, угу. который на весь мир продавал, он умирает. Вот. У нас была группа прекрасного машиностроения, которая производила прекрасные электрические приборы. Они умирают. Они же умирают не за счет того, что Китай продает дешевле. Это вранье. Они умирают за счет неправильного курса валюты. Китай всегда
опережающе инфлирует юань по сравнению с долларом. И за счет этого завоевываются рынки. Не за счет того, что да государство помогает, да чего бы ни помогали. Ничего никому никто не помогает. Правда теория того, что у нас останется 20 миллионов в Украине работоспособных рабов и все? Смотрите, здесь, на мой взгляд, ситуация несколько другая. Ну, с точки зрения людей, ну, должно заботиться государство. Это налоги. Тут как бы шутки, в общем-то, ну, не могут быть. Но пока управляют корпорации, они продолжают управлять. И в той модели, о которой вы говорите, это тоже будут корпорации управлять. Ну, посмотрите, есть же третья сторона. Mm-hmm. Давайте посмотрим с точки зрения налогов. Управляют действительно корпорации. А тут есть момент. Ну, давайте сейчас по поводу корпораций я вам mm-hmm. скажу. Есть несколько моделей. Это зависит от ситуации, где находится в этой игре государство. Если мы посмотрим Россию, государство сумело стать над корпорациями. Почему? Ну, я думаю, что сами корпорации проявили, в общем-то, здравый смысл. Давайте уже откровенно скажем, в чем тут игра заключается. Корпорации понимают, что нужно государству, нужен как бы инструмент давления, регулировки и так далее. Ситуация в другом. Эксплуатировать само государство или нет? Вот в этом смысл. Получать доход с государства или нет? Вот в этом вся игра. Мне кажется, там... Здравые корпорации, которые имеют миллиардные доходы, должны однажды понять, что можно, что 17-й год повторяется. Угу. Понимаете? У них должно прийти в голову, стоп, государство должно работать не на нас, не на там Коломойских, там Пинчуков, извините, я абсолютно не имею в виду конкретные фамилии, я просто как бы абстрактно говорю, там Боголюбовых и так дальше. А должно работать как бы на народ. А мы, слава Богу, сами себя обеспечим. Вот это понимание. Не, ну в это... России путинская власть стала над корпорациями. Потому что там гэбисты. А гэбисты – это вот несколько другая каста, которая связана с безопасностью государства. Ну, я так логически рассуждаю. Не, возможно. Поэтому они этот контроль каким-то образом и сохранили. У нас же эта служба, мягко говоря, кто ею управлял? Нет. Там проблема в другом. Государственным органом остался «Газпром». Крупнейший финансовый поток, который находится в руках главы государства, который позволяет воевать с любым отдельно взятым, даже самым крупным олигархом, как показал опыт... Хорошковского. Не Хорошковский его фамилия, а Ходорковский. Ходорковский. Я так сразу заметил и подумал, неужели вы что-то интересное знаете и молчите. Вот. Здесь же ситуация в другом. Наш президент не имеет такого финансового ресурса, как «Газпром». Понимаете? То есть, имея... Ведь на самом деле мы же понимаем, государство может воевать. Но вот вы реально себе представите, что кого-то из крупных олигархов можно посадить в тюрьму? У нас нет. У нас нет. Потому что какой-то судья все-таки подумает в итоге. Ну, чем это для меня кончится? Ну, конечно. Да даже другие о другом подумают. Может провести одно заседание и потом не морочить себе голову, дальше отдыхать уже на теплых морях с удочкой. Понимаете? Вот этот момент. В России этот вопрос не стоит, потому что вместе с властью, как вы говорите, гэбистов, еще стоят за спиной огромные деньги государственной газовой корпорации, которые позволяют решать вопрос и кнутом, и пряником, если надо. А это совсем другая ситуация. Ну, смотрите, это такой очень интересный разговор, и в этом году вот что вы ожидаете от этой всей ситуации, от этой экономики? Я ожидаю в том, что, во-первых, выступление президента, это, на мой взгляд, очень серьезный звонок. Он, ну вот вы заметьте, он правительство не очень критиковал, он так лоялен всегда был. Но он сказал о саботаже, это очень серьезно. Я о том и говорю, да. Значит, понимание есть этого вопроса. Алексей Алексеевич, вынуждена уже заканчивать, потому что время наше ограничено. Разговор очень интересный. Пообещайте, что мы его продолжим обязательно. Хотелось бы. Хорошо? Хотелось бы. С большим удовольствием, потому что вы действительно очень сильный эксперт. Ну, это, наверное, не... Ну, спасибо. Да, спасибо вам.
Наостанок інформація зі сфери IT-технологій та недремлючого ока усіляких там спецслужб. Просто цікаво. Фахівці лабораторії Касперського розкрили масштабну мережу кібершпигунів, метою яких є секретна інформація дипломатичних, урядових та науково-дослідних організацій по всьому світу. Кібершпигунську операцію назвали «Червоний жовтень». Як з'ясувалося, вона почалася ще в 2007 році і спрямована головним чином на країни Східної Європи і Центральної Азії. Нами было установлено, что терабайты секретной или полусекретной информации были похищены у всех этих посольств и научно-исследовательских организаций. Эта информация может быть использована в геополитических целях на правительственном уровне. Так что это, несомненно, серьезный вопрос. Діяльність шпигунської мережі фахівці лабораторії Касперського вперше виявили в жовтні минулого року. За деякими ознаками було встановлено, що серед кібершпигунів є і російськомовні. Это, несомненно, работа не киберпреступников, потому что киберпреступники в большинстве своем заинтересованы в сборе информации, на которой можно заработать, и ищут способы, чтобы получить некую прибыль, финансовую прибыль. А здесь, несомненно, присутствует кибершпионаж, поскольку взломщики заинтересованы только в документах или в способах их получения. На даний момент аналітики лабораторії Касперського не можуть визначити, чи замішаний в операції «Червоний жовтень» якийсь уряд. Однак вони з упевненістю відзначають, що це масштабна і ретельно спланована операція. Определенно, это хорошо организованная группа, учитывая ресурсы, затраченные для создания подобной сети, в распоряжении этой группы для успешного осуществления ее деятельности должны находиться десятки программистов и сетевых специалистов. Використовувана під час атак система здатна фільтрувати і отримувати дані зі смартфонів, зйомних дисків і устаткування для корпоративних мереж. На момент звіту лабораторії Касперського атаки тривали. Тож, слідкуйте за своїми дописами, звітами та потяканням в соціальних мережах. Інтернет – це не тільки задоволення та комунікації, це інформація. А світом володіє хто? Звісно ж, той, хто керує саме інформацією. Побачимось за тиждень. Бережіть себе та плекайте оптимізм. Щасти! Кстати, где доносчики награждаются, там не будет недостатка в виноватых. Кретьен Гильем Мальзерб.